Даже не знаю. Все начать, это рыба. А, рыба, знаешь, чем, кстати, что я это говорю, подвязывать надо? Ну, не подвязывать, но перед приездом девушки желательно хотя бы за неделю, то и больше не хватит. Она же, блин, сильно ухудшает вкус. Ну, ты понял. Так что, значит, смотри, я завтра, короче, поеду в этот север, ну там на мафию поиграть. Я тут буханочку хлеба испек родственник. Вот, и слышишь, я как старый дед, короче, или как старая бабушка. Мне так нравятся людям какие-нибудь такие под... Ну, что-то он, конечно, может быть, недостаточно поднялся. Ну, я не знаю. Ну, тут 750 грамм получается хлеба. Я вообще не знаю. Ну, он такой мягенький. Хотя он пополам поднялся. Два раза поднялся. Тут совсем теста мало было. Видишь, вот видно половинка, откуда он поднимается. Короче, как дед. Мне именно по приколу там масло накрутить, кому-нибудь подарить. Как это, знаешь, бабушки за своими внуками заботятся. Так вот и я. Орехов сидел, чистил своей супруге, бывшей отправил. Там масло кому-то надел, отправил. Сейчас вот хлеб родственникам повезу. Так. Натуральный, полезный, ржаной. Без этого, без ГМО. Я вот что, короче, думаю, сейчас будем... Знаешь, что сделаем? Ко мне девушка приедет. Сейчас будем какой-нибудь... Сейчас я в интернете какой-нибудь рецепт почитаю этого крема. Вот у меня есть кокосовое масло. У меня есть масло конопляное. У меня есть масло грецкого ореха. У меня есть масло... хотел сказать ржаное. Тю. Горчичная. Кстати, насчет этого орехового масла. Что я тебе... Ну, я не то, что там расстроен, не расстроен. Смотри, какая фигня. Получилось у меня... то есть, нормального масла, которого, к примеру, если так можно сбарыжить, продать, где-то литр 800... Да нет, даже литра полтора литра. Остальное осадок, а остальное... Ну это, я не знаю, может ты мне просто что подскажешь, как с этим сделать. Смотри. Видишь, вот такой как бы жмых. Тут один жир, грубо говоря, но я не знаю, это через марлю это не выдавить. То есть если вот эту штуку каким-то образом отжать и получить вот такую муку, то я тебе хочу сказать, что получится еще, наверное, пол-литра масла, как минимум. Но я сомневаюсь, что маслопресс... Это ж и так оно вывалилось все через вот эту дырку. То есть я сомневаюсь, что мой маслопресс может все это дело организовать. Ну тогда, тогда сейчас будем делать халву. Да? Окей, будем делать халву, все. Итак, нам понадобится... Подожди, ты же собирался крем делать. Какая разница? Крем, халва. Что будем делать? Смотри. Все на твой выбор. Можно добавить туда... Я бы добавил. Взять зеленую гречку, измельчаем на кофемолку, добавляем. Гречка впитывает обратно жир. Нет, конечно, можно добавить обратно шрот туда, грецкого ореха. Но, мне кажется, это не то. Разделить, чтобы потом опять собрать. Поэтому мы можем добавить сюда зеленую гречку. А. Б. Шрот льняной. Но я добавлю зеленую гречку. Знаешь почему? Потому что я еще никогда так не пробовал. Селедка отрыгивается. Ну я чуть-чуть. Я понимаю, что это плохо, но знаешь, вот бывает, хочется. Редко, но бывает. Ладно. Слушай, я тут в шоке, короче. У меня заказ первый на сайте появился. Это как называется с этим? С обновой, с обмывкой или как-то? У меня же, смотри, я не знаю, у тебя тоже так? Я себе в этот, ну, плагин, как это, Addons добавил, Gmail-овский. И как мне только сообщение приходит на почту, у меня сразу это щелкает. Ну, то есть, я сразу, ну, обычно мне сюда... У меня на эту почту только магазин зареган. Ну и комментарий от Ютуба. Так что смотри. Оп. Тут просто кликаешь и сразу же разворачивается. Видал? Видишь? 28.11. Ай.
2015-го. Видишь? Как этот работает магазинчик на WordPress. Понял? А, кстати, слушай, смотрите, еще хотел. Но даже не знаю, похвастаться, не похвастаться. Ля, у меня тут выше поднимать не буду, чтобы ключ не запалить. Погнал этот по Ledger Wallet там. Вот тут Россия, Америка, Британия, Нидерланды. Это, наверное, с Индии. Мне интересно, и это что, Internet Explorer? Глянь, тут Орешкин сразу, 25-50 евро. Ну, короче, ну так, знаешь, вот это как раз таки из разряда, когда я в январе или в феврале месяце я задаченно сидел ночами, ой, тогда еще, ну, короче, сидел там с каналом забивался, а теперь по мелочи, ну, по мелочи, не по мелочи, но за два месяца где-то 60-70 евро есть. Так это вообще, понял чисто, как это называется, пассивный доход или не пассивный. Ну так. Ладно, погнали этот. Что делать? Казинаки. Какие казинаки? Халву. Гречку, короче. О, масло. А тут потихоньку. Ай-яй-яй. Ух ты, как я... Слышишь? Я иногда поражаюсь. Ну как это так в жизни все бывает? Прикинь, я масло просто это достал кокосовое. Оно ж твердое само по себе. И поставил вот сюда на этот... На хлебопечку, в которой хлеб пекся. И вот на глазах, я вот только подошел, и она начала откатывать, и я ее поймал. Я не прикалываюсь. Ты понимаешь, это магия. Понимаешь, как с приходом трансерфинга в жизнь и сыроедение, ты погружаешься. В удивительный мир волшебства. Так. Значит, смотри. Я так подумал, что я от такой жирнючей халы просто охренею. Поэтому я все-таки взял марлю и выдавил еще вот столько жира. Так что, так, теперь что мы сделали, что еще сделал? Взял я, значит, гречку зеленую. В зеленой же гречке это кверцетин. Хотя, говорят, вообще нету никаких доказательств, что он является, обладает лечебными свойствами. Это так как бы. Может быть, это просто миф. Но не важно. Значит, что мы сделаем? Мы смешаем шрот. Или как это? Жмых вот этот. С гречкой. Добавим изюм. Добавил бы я корицы, если бы она у меня была. Но у меня ее нету. Ни корицы, ни ванили. Поэтому смешаем шрот, гречку. Добавим изюм, мед. Все, больше ничего не могу. Не знаю, какао не буду. И выложим в какой-нибудь, куда-нибудь. И этот, затолкаем вот в это ведро. Плотно. И поставим в холодильник. Так, первое. Второе. Сейчас мы будем делать, значит, крем. Кстати, ты знаешь, я вот ничего не знал. Оказывается, кокосовое масло. Вот оно, видишь, я растаяло. Оно так пахнет классно, это просто шип, мне его хочется выпить сейчас взять, но, наверное, не стоит. Оказывается, короче, оно очень устойчиво к этой, к термической обработке. То есть ты можешь полезную картошку фри жарить, грубо говоря, на нем. Ну, типа, не этот, канцерогенов не выделяет при большой нагреве, понял? Так что рекомендую для этой полезной картошки фри. Ну или для безвредной. Значит так, для масла нам понадобится что? Кастрюля с водой, как ты видишь, вот она стоит. Оп. Сейчас мы сюда поставим какой-то... Да? Вот так вот. Теперь, что нам еще понадобится? Что нам понадобится? Как ты думаешь, что здесь? Тут у меня воск. Воск пчелиный. Я ж ты помнишь, я его себе... Так, а поскольку здесь? По 30 грамм. Ага. Здесь, по-моему, 30 грамм. 50 грамм. Да, у меня же есть веса. Чего я дурак включаю? Значит, нам понадобится 50 грамм пчелиного воска.
Сейчас мы его растаем. Ничего не понял. Ага. Короче, вот 50 грамм. А! Значит, так. 50. Ладно, давай добавим пока. И тут 45. Окей. 45 грамм пчелиного воска. Ну, рекомендуют воспользоваться маслом оливковым. Нет у меня оливкового. У меня будет 50 на 50. Сделаем. Конопляная. Не, мне нравится. Глянь, какое оно красивое. Зеленое. Не, масло тыквы добавлять не будем. Оно слишком черное. Короче, 100 грамм этого и 50 грамм вот этого. И подожди. А где? А, о! Еще у меня есть, блин, бергамот. Масло бергамота. Все. Заливаем куда-нибудь, в какую-нибудь приманку. Остужаем. И когда девушка приедет в гости, будем ей втирать в спину, в ноги, в зад. Везде, короче. Так, ладно. Давай, я, короче, погнал заниматься делами. Я тебе потом покажу, что у нас все это. Что у нас все с этого получится. Да я, короче, тут сейчас как нахимичу. Сейчас все, что есть, смешаю. Не, ну так оно красиво, так, я не знаю. Мне как-то так вдохновляет на вот эти маселки смотреть. Особенно, понимаешь, когда ты все это своими ручками сделал. О, а это, короче, видишь, масло горчицы. Еще не такой осадок. Масло горчицы вообще очень долго хранится. Я тебе уже, по-моему, говорил, что... Ай-яй-яй. Что если хочешь продлить срок службы... Ну, ты понял, что я хочу сказать. Другого масла, то надо туда добавить масло горчицы. Какие-то там вещества способные, что оно не окисляется. Оп. Добавим. А теперь конопляное. Опа. Колдун, блядь. Что ты еще скажешь? Подожди, нам надо что? Нам надо, чтобы по итогу получилось 100 миллиграмм, да? Окей. Ай-яй-яй. Так, и еще добавим сюда вот этого. Масло кокоса. Оп. Все. 150. Наболтали. Теперь берешь вот это и выпиваешь залпом. Ваше здоровье, дорогие мои. Так. Ты дал? Все, заливаем. Так. Понял? Все просто. Просто светит солнце. Просто во вселенной. Как охуенно просто. И просто охуенно. Вот мне нравится Шнуров. Кумир мой. Так, а что? Где? Где? А, о, бергамот. Я не знаю. Шнуров реально гениальный тип. Так. И считаем 20 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Оп. Все. Я по инструкции делаю, не знаю. Что получится. А что получится? Да и получится. Ладно, давай. О, и дал. Как это? Волшебный Грааль. Все, теперь ставим все это дело в холодильник. Ну, можно не ставить. Вот так вот. Дынь.
Все, пускай остужается. А тем временем мы с тобой сделаем халву. Все. Все готово. Смотри. Крем. Так он как картофельное пюре, только жирное такое. Это я в баночку пересыпал, понял? И вот халва. Как помнишь в этих банках? Где-то мы такое видели. С изюмчиком. Сейчас в холодильник поставлю. Не, ну конечно, это будет не такая халва, как к которой мы привыкли. Но я думаю, это будет очень полезный продукт. Там же зеленая гречка. Шрот грецкого ореха. Омега-6, омега-3. Все, заткнись, Леша. Давай, пока.